Пришло время. Я вижу твое желание. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Thank you.
ко мне. Награжден будет только один. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Награжден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Пришло время. Я вижу твое желание. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание.
путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне.
Исследователей, которые по... Зона.
Ты выпавший из механизма винтик. Сталкер — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет.
Меченый? Какого черта? Thank you.
Я не знаю, правильно я поступил или нет. И, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным.